Всем салют, дорогие друзья! Сегодня у нас будет вот такая вот прекрасная посылка. Это смарт-часы. Вашему вниманию представлены распаковки, обзоры, тесты товаров. И все это на канале «Китай стал ближе». Пришли смарт-часы, дошли они довольно-таки быстро. И скажу я вам даже по-другому. Это третьи смарт-часы, то есть двое часов у меня забрали, я даже не успел их распаковать. Это уже третьи смарт-часы, и вот наконец-то я могу распаковать и рассказать что-то про них. И что-то про них пояснить. Часы интересные, часы довольно-таки хорошие, все, кто брал, всем понравились. Дошли они за 28 дней, трек-номер отслеживался, запакован вот такую вот жесткую коробочку, не знаю пока что внутри. Сейчас давайте с вами откроем и посмотрим. Запаковано было в пакет, в два пакета. Два пакета и плюс перемотано скотчем. Вот такая вот коробочка. Значит, что можно здесь, что понятно, по крайней мере, здесь. Что экран разрешением 240 на 240, аккумулятор 550 мАч, 32 гигабайта поддерживается. GSM, GPRS. Вот. Что я могу сказать? В эти часы вставляется сим-карта. Давайте открывать и смотреть. Первое, что нас встречает, это вот такая вот инструкция. Инструкция у нас чисто на китайском языке. Чисто на китайском языке. Но я думаю, что ничего особо сложного. А, нет, есть английский. Да, есть английский. Но для меня это особо погоды не делает, английский я тоже плохо знаю. Так что будем разбираться, как всегда, методом научного тыка. Идем дальше. Что же дальше? Дальше у нас идут сами часики. Сами часики. Вот они, сами часики. Давайте посмотрим, что еще в комплектации. И еще в комплектации идет USB шнур, микро-USB шнур. А убираем все это пока в коробку лишнее. И коробочку саму тоже убираем. И что нас встречает? Нас встречают вот такие вот часики. Снимаем пленочку. Снимаем пленочку. И давайте попробуем включить все это. Включить все это. Нет, не включается. Давайте все-таки попробуем подключить к зарядке. Попробуем подключить зарядки. Надеюсь, что это... Работают они. Потому что на первые двое часов жалоб не было. Часы работали. Чтобы далеко не бегать, подключим пауэрбанку. Ну что ж, давайте поставим на паузу и подождем, пока маленько подзарядится. Итак, дорогие друзья, подзарядили мы маленько часы, но давайте для начала разберемся, что, как и почему. Давайте сначала с внешнего вида. Выполнены они, часы, то есть из нержавеющей стали корпус, что, конечно, придает им более такую солидность, ну и защиту. Все-таки может защитить при ударах, при царапинах. Конечно, я не очень люблю такие большие часы. На руке они смотрятся просто громадные. Я люблю часы поменьше, миниатюрненькие. Вот. Браслет выполнен из пластика. Это, скорее всего, не резина, а пластик. Такой мягкий. Очень приятный на ощупь. На руке сидит хорошо. Пару дней я их потаскал, но поскольку зима, очень неудобно, в куртке цепляются за рукава они. Летом, может быть, будет нормально, но сейчас зимой неудобно. Что же у нас сзади? Сзади у нас есть крышечка. На этой крышечке расположена кнопочка. И вот здесь вот у нас открывается входик под микро-USB. Дальше, что у нас еще есть? Браслеты, я так понял, что несменные. Ну, как на обычных часах. Можно, наверное, поменять, обычные браслеты поставить, но именно чтобы поменять на другой цвет, я думаю, нету. Давайте заглянем под крышку. Крышка ничем не крепится, она просто держится на защелках.
Вот так вот она легко снимается. В принципе, я думаю, потерять ее не потеряете, поскольку часы все равно все время на руке. Но снимается она довольно-таки легко. Еще читал в отзывах других блогеров, что раньше было крепление, винтик был металлический, но вот, наверное, из-под него вот эти два места и остались. Раньше стоял здесь винтик, потом его убрали, поскольку он действительно не нужен. Что же у нас под аккумулятором и насколько сам аккумулятор? Аккумулятор написано, что на 550 ампер часов. Часы я заряжал 3 дня назад, 2 дня с ними ходил, использовал, и вот плюс третий день они сегодня лежат и нормально работают, пол заряда, ну так активно мне никто не звонил, но все-таки они работают. Значит, здесь что у нас имеется? Имеется разъем под microSD-карту и разъемчик у нас под SIM-карту. SIM-карта вставляется, microSIM-карта вставляется. Так что можно вставлять и использовать как телефон. Скажу честно, в такой функции я его не использовал. И думаю, что это лишнее, по крайней мере, для меня. Так что я не использовал в таком варианте. Вставляем на место аккумулятор. И давайте попробуем включить. Перейдем к включению. А пока он включается, немножко расскажу, что я с ними делал. Попробовал сделать несколько фотографий. Фотографии, конечно, ужасные, 0,3 мегапикселя. Фотографии ужасные. Приходит оповещение о звонке. Значит, что еще? Попробовал шагомер. Шагомер работает. Напоминание о сидячем режиме, то есть если вы, допустим, работаете в офисе или еще где-то, напоминалка сработает, то есть напомнит вам, что надо передохнуть, уже встать и походить. Есть режим отслеживания сна, его не проверял, может быть, проверю в дальнейшем, уже вам расскажу. Но много есть чего, можно с него прямо набирать сообщения, звонить, синхронизировать с телефоном, в общем, Часы прикольные и недорого стоят. Я их покупал, они были дороже. Сейчас они вообще в районе 1000, причем 1100 я видел. И 1100 плюс еще к ним идут наушники. В моем же варианте это была коробка и шнур для зарядки. И все, больше ничего не было. Что мне не понравилось в этих часах, это единственный размер. Еще раз повторюсь, что мне не понравился размер, поскольку они большие. Не люблю я большие часы. Вот так вот снимает камера. Так вот снимает камера, как видите. Вот, можно ставить карту памяти и спокойно снимать. Правда, не знаю, что можно снять на 0,3 мегапикселя. Отвыкли уже все от этого. Есть FM-радио, которое тоже ловит. Ловит более-менее нормально. Когда вставляешь наушники, тогда с наушниками ловит хорошо. Еще понравилось мне сенсор, чувствительный хороший сенсор, управляется довольно-таки легко, и понравились мне сами часики, циферблаты, точнее часов, которые есть. Здесь есть несколько вариантов этих часов, и просто нажатием на часы вы меняете циферблаты. Если бы был экран полностью, размер сами часы выглядело бы, конечно, довольно-таки симпатично, потому что циферблат маленький, а часы огромные, большие рамки экранные. Убрать эти рамочки, и они бы смотрелись симпатичней. Ну так, в общем, все, что еще здесь находится. Здесь отверстие для микрофона, здесь отверстие для динамика. На руке сидят хорошо. Ну, пока все. А дальше еще сниму обзорчик по ним, после того, как потестирую, поставлю сим-карту, похожу с сим-картой и уже более подробно расскажу. Еще здесь можно синхронизировать, чтобы приходило WhatsApp, Twitter оповещение, общаться можно в сети, в Facebook, так что довольно-таки удобно, можно для продвинутой прогрессивной нашей молодежи, можно пользоваться часами. В общем, вердикт пока 4. 4 из 5, 4, потому что большой размер.
Ну, кому как, кому что понравится. Ну, вот так вот на сегодня все. Вот такая вот была сегодня распаковочка. Ставьте лайки, комментируйте, расскажите, кто-нибудь что-нибудь еще может по этим часам. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья. Все, всем пока. Оставайтесь с каналом, подписывайтесь и ставьте пальцы вверх.